Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Андрей, Денис, Сергей, Женя и Little Company. И мы будем пытаться выживать. Да, всем привет. Да. Не знаю, как вы нас смотрите, но надеюсь, вы поставите лайки нам всем. Мне, Денису и Жене, ссылки на которые будут в описании под видео. Нам очень важна ваша поддержка. Да. Кстати, если будут хорошие моменты, то вы можете в комментариях писать. Вдруг мы шорты начнем создавать. Да. Я вчера какой-то шорт сделал. Так неудобно сделать. Неплохой. Почему-то надо делать из мобильного. Кто придумал? Я хочу с компа сидеть, как барин, как ПК-боярин. Но мне этого не дают. Так вроде можно. Я не знаю. Недавно, по-моему, добавляли функцию, что можно. Если у тебя видео до минуты, оно само воспримет его как шортс. А у меня видео до часа, понимаешь, Женя, проблема-то видео. Да, у нас последнее время больше часа. Больше часа, Андрей. Формат у шортс. Какой меньше минуты? Денис, там Титан либо Рент. Может быть, на Титан пойдем, потому что нам надо серьезно деньги зарабатывать. А на Титане мы можем... мы что, плохо денег зарабатываем? Да, плохо. Так, ты куда нас отправил? Куда? Ну, сейчас узнаем. Титан. А закупаться будем? Фонариками там, еще чем-нибудь? Фонариков вон у нас сколько. Так, может быть, мы купим какой-нибудь зипган, чтобы быть вооруженными? У меня, кстати, была одна офигенная идея насчет этого самого. Джетпака. Зипган мы не купим, потому что у нас нет денег. Да. А что? Да, все. Потом расскажу. Потом расскажешь. Сейчас. Давай, спускай нас. Спускаю. С небес на землю. И полетели на Титан. Ох уж под этот Кто ты? Кто ты, воин? Локи. Спускай в суровую Сергей. Реальность. Денис немножко подгруживается. О, Денис загрузился. Так, что, фонарик мне? Все подгружились. А почему я сесть не могу? А, могу. Сергей? Да все нормально. Как это я подгружу? С плюсом. Да ты дольше всех загружался просто. Ладно, ребята, давайте справимся. Андрей, такое ощущение, что ты у меня опять отстаешь. Это значит, ты отстаешь от нас. Да. Хочется верить. Потому что остальные-то вроде все нормально говорят. Офигеть. Вот это тайм-аут. Андрей откликается на мои сообщения. Ну, я даже не знаю, через сколько. Может, я просто тормозной. Правда, Сергей? Да. Ну, о, кубок, смотри, прям лежит. Мне тоже два предмета. Так. И, конечно же, наши любимые бесконечные коридоры. О, большая комната. С мелким... мелким кривлякой. Так, ну я пойду налево. Сергей, сходи куда-нибудь еще. Я пойду направо. Ага. В принципе, ключ. Ну, будем знать, что там есть ключ. Так. Пойду прямо схожу. Там с фонариком Сергей, скорее всего. Видит она кого-то. Это я. Нифига ты. Работает себе черный ход. Что ж, господи. У меня накрыли тьмой от лопаты. Надо вынести все на черный ход. О, ты тут. Бери
Все взяли. Пойдемте вынесем. Да, вроде, да. А, меня замуровала стенка. О. Наконец-то я избавлюсь от этого противного робота. Ты можешь его бросить, поднять, бросить, поднять, и он, может быть, заткнется. Заткнется. Я что-то выбросил. Полетели. Возьму фонарик. Кто там пошел скидывать? Кто-то пошел оттаскивать? Ну тогда пойду. Да, кто-то пошел от... Ребята, куда вы тут изучали территорию? Налево, направо? Мы прямо побежали. Прямо побежали. В бесконечность. У нас пружинка. Да? А я есть куда запереть ее? Пока нет. Надо поискать где-нибудь тут закуток такой и... А ее убить можно вообще? Нельзя, нет. Только замуровать. Понятно. Так, вот тут какой-то дверь X9. Ребята. Где? Вот где? X8 точнее. Так, Женя. Вот. Иди ко мне. Смотрю на нее. Я смотрю пока на него. Но она пошла к вам. Иди, иди, Женя, спокойно, отворачивайся. О, о. Увеличительное стекло. И ту в коридор, где ребята, ребята. Да, 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 Андрей. Вы там разобрались с ним или нет? А куд, как мы его разберемся, если ты... X8. Вот сюда. Вот сюда. Куда видите? Вот сюда? Вот, вот, сзади тебя X8 коридор. Я пока пройду мимо него, надеюсь, он меня не убьет за это. Ага, и чего? Я пойду открывать эту дверь, может быть, там тупичок будет. Да, загоните вот туда. Надеюсь, я хотя бы иду. Солдатик идет! Тихо, тихо, тихо. Друг прекрасный. Куда я вообще забрел? Куда я вообще забрел? Ребята, тут Бракин. Аккуратнее, оглядывайтесь почаще. А-а-а. Кто меня убьет? Я же сам себя и убью. Ребята, про Бракина вы слышали? Что? Кто? Солдатик. Солдатик? Да. Дис... Еще один солдатик. Нет. Нет. А, там уже что-то адское происходит снизу. Thank you.
Дениса эвакуируете, что ли, тогда тоже? Надо было дверь закрывать, а не меня. Да я пытался этим заняться. Может быть, я даже успел это сделать. Может быть, я не успел выйти. Собаки! Да. Улетаем? Улетаем. Чего вы орете? Собака бегает, вы так орете. Хорошо, что я эту дверь закрыл. Сергей, мы только на тебя надеемся, понимаешь? Ты успел себе перетаскать? Да, Андрюх. Там, конечно, жесть была. Я матку зарубил. Было, я перетащил. Потом появился собачка, гигант. Я аккуратно успел сюда добраться. И потом уже не выходил. Молодцы. Мне аккуратно покорчился. Ну, как бы этот ваш титан, это... Пинтец. 733 монеты. Это же офигенные деньги. Офигенные. Мы потеряли фонарик и лопату. Да. Да. Короче, в следующий раз, значит, делаешь следующее. Заводим за дверь. Ну? Я выхожу из-за двери и закрываешь ее. Понимаешь, я занимался тем, что закрывал эту дверь, Сергей тебя телепортировал. А я не мог ему сказать, потому что тут собака ходила. Поэтому тут проблемы общения у нас возникли. Понятно. Скажем так, от догона телепортировал Андрюха. Она сказала, да. Типа, телепортируй сюда, раз уж. Ну, я и телепортировал. Эклипс. Ну а что тут, титан, залетаем и воюем. Нормально все. Да, настройте рад. Лопату закажешь? Ладно, меня никто не услышал сейчас. Да, Жень, ты слишком поздно начал говорить. Сюзанна Моремо. Возле входа ее поставь. Радар бустер наше все. Возле входа его поставь там и... Народ, Денис, погодите, можно одну минутку? Лопату закажешь? Можно одну да, минутку? Да, да. Давайте так, я говорю один, кто-то за мной говорит два, и я говорю три. Окей? Угу. Хорошо, один. Давай я. Два. Три. Три. Ну, вроде... Нашел эту долбанную дверь. Эту долбанную лестницу. Что за крепота там вообще творится? Денис тоже начал экспериментировать на том, насколько он отстает. Ненужный момент. Так, спокойно. Большой болт. Тело Жени, тело Сергея. И Денис там максимально громко клацает. Клавиатуры, что мне аж страшно рядом с ним находиться.
Нет, слишком страшно. Слишком отчаянно. Блин, только 4-3 предмета. Я же спрыгнул, телепортируй меня. Привет, Андрей. Блин, я не ожидал, что он уже на этой толпанной лестнице. Да, как-то провальный день. Да, я буду винить Дениса. Начал он экспериментировать, когда у нас тут собаки и клипс ходят. И он такой, давайте считать до трех там. Да, хотя бы здесь закрыто. Не решил не рисковать. Ну, тут он правильно поступил, что конечно, улетел. Конечно, сожрали уже. 10 монет, трупы там. Мой труп не поднят. 10. Мы принесли в этот раз 10. Денис, не надо пробовать тест на разговор, когда мы тут в Эклипсе. Какой тест? Ты же хотел там, типа, досчитаем до трех, там вот, знаешь. Да, но я... Ты понимаешь, что псина не из-за того, что мы считали, на нас набросилась. А из-за чего? Она что просто говорится? Подошла к нам. И услышала звуки, как мы считаем. Да. Блин, ну надо было протестить, насколько у меня звук отстает или нет. Ладно. Ладно, давайте нам все повезет. Денис, может, закажи себе лопату? Вроде погода. А что она мне даст? Ну, убивать. Эклипс опять. Ну, да, елки. Давай, залетаем. Не надо эклипс. У нас нам надо деньги. Работу. Там еще дорога вся была заблокирована этими грушами. Я не мог тупо по лестнице подняться. Это был такой кринж. Женя, кто-то останьтесь на корабле. Женя, не балуйся с этой штукой. Я. А вот и все. А вот и привет. А вот и ням-ням-ням. Так, что у тебя-то тут происходит? Сергей, как ты умер? Это очень грустно. Денис, ты очень громко кликаешь клавиатурой. Так, я наверху? Блин, я не понимаю, что произошло. Ты можешь просто пошевелиться, и собака услышала твою... Я же раньше так не кликал. Ну, ой. Может, что-то слетело, там какие-то настройки, ты же там много разных... Ну, Сергей, я не понимаю, как у меня, кстати, со звуком, как меня слышно? Слышно тебя очень хорошо, да настолько хорошо, что мы сейчас даже слышим... я. Ну, сейчас ты где-то далеко находишься. Вот сейчас? Жесть. Сейчас ты вообще в ванной. Я просто регулятором балуюсь. В ванной, так сказать, балуешься. Вот я кликаю. Ну, слышно, но меньше. Комната браки. Ладно. А вот так мы тебя почти не слышим, по-моему. Минус в направлении. Ну, вот все, я... просто все тише стало, понимаешь? И слышишь ты... меня? Слышу. Клавиатуру? И клавиатуру слышу. Так, что это было? Она... О, может быть, тут... Ой, я фиг знает. О, Сергей Бракин. Бракин. Черт, пролагал время. Жить, что помогает. Как Сергей себя чувствует, интересно. Все в его руках, и он, скорее всего, помрет. Но он об этом не знает. Сергей мертвый. А мертвый. Это Женя? Господи, я путаю. Я думаю, это... Прости, Сергей. Я надеялся, что ты же... Ты что? Нет! Нет! Она не сможет уйти оттуда, если там за час. Она запаникует. Бракин, уходи, пожалуйста. Я тебя не вижу, я тебя не... На что она надеется? Что вот он там уйдет? Он же там просто отошел. Он ушел. Ты у меня из-за Бракина виснет все. Уже не виснет все. Ну, понятно. Надо ей просто, да, пытаться уйти в
другое место идти, не знаю. Ну, короче, считай, мы потеряли квоту. Ну, там паук еще ползает. Я прямо слышу его шаловливые лапки. Куда уходит? Что за бред? А что мы сделаем? Как... Мы ничего да не можем сделать. Твоей. О, Бракин пошел в другую сторону. Ну, сейчас она возьмет и спрыгнет. Не, в угол куда-нибудь там провалится, в бесконечность. Да я тоже об этом думаю. Что ты мне тут нервы делаешь? Давай, закрывай дверь уже. За спиной. Мне что-то там паук. Ну, хотя бы она сидит так, чтобы Бракин к ней не подкрался. А там вещи в той комнате. Вещи в нашей комнате. В нашей комнате смерти. Но она не знает, что мы мертвы, поэтому... Пускай это будет приключение имени Жени. Можете посмотреть на ее канале. Это безумие. Мы свое отыграли. Я такой вышел, слышу топот, слышу, что кто-то там идет, но думаю, может быть, это не за мной, но это было за мной. Если бы Серега не это самое, не был съеден собачкой на корабле, я бы еще выжил. А почему вы там... Я успел выскочить, а вы нет. Куда вы там? Я оставался на корабле. Серега вышел, а потом вошел обратно. Сергей, на крышу надо залезать, там безопаснее всего. Я не выходил на улицу. Скажем так, когда Серега возвращался обратно, собака прям влетела в корабль. Ты свои паутины. Я тебе скажу, нет, я вышел и вышел обратно. Мимо меня прошел. Ладненько. А вот и все. А черт тебя удери. Ну, пожалуйста. Как вы все умерли? Ладно, Андрей, съели. Меня... Женя, ты могла догадаться, что мы все умерли, потому что никто никого не телепортировал. Что все было в твоих руках. Это было не очевидно. Ну, это было трагично, печально. Ну ладно, что поделать. Мы догадывались. Я вообще, я очень расстроен. Да не перечалься ты. Что, хочешь побегать по Титану нулевой день? Нет. Спускайтесь. Меня Титан обидел, и там опять затемнение, и пошел он к черту, этот Титан. Затемнение. Какое затемнение? О. Надо было просто дуть вот эту дудку, и тогда, может быть, собаки бы убежали в другую сторону. Мы вечно не дуем и... Не дуем. Не забудьте про бак с закупкой. Бак с закупкой. Мы сейчас сядем, закупим... Да, Титан Эклипс — это боль. Денис, Сергей говорит, бак с закупкой, надо закупиться сейчас и взлетать, может быть. Да, либо походим по Титану, как мы будем делать? Полетели, не полетели? Не-не-не, нужно взлететь и закупиться. Хорошо, давай, набирай закуп, а я буду взлетать. Что мы... Кто там уже ушел? Фонарик. Ну, у нас есть фонарик. У нас и есть... гранаты. И гранаты. Они останутся здесь? Фиг туда нет. Ну... Ладно, взлетай. Взлетаю. О-о-о. А я все вижу. Давай, я взлетаю. Успей закупиться. Собаки, мы вас не боимся. Сергея скормимся. Выкинул, он просто спрыгнул. Он сам выкинулся. Но он самый профитабл. Я слышу, как что-то деньги тратятся. Да? Тебя собака съела? В воздухе поймала? В объятии? Как такая, знаешь, фрисби? Только это как бы Сергей такой. Раз, телепортируйте меня! Поднять! Я буду держаться за шкаф! Отлично, я ничего не вижу! Денис, держи меня! Держи меня! Вот я вижу, что происходит. Мы потеряли все. Мы потеряли колбасу? Мы потеряли все, я говорю. Как вам такая идея? В ближайшие пару дней сдавать все, что мы добудем. Да. Все, абсолютно.
и покупать все, что мы можем. Ну, точнее, лететь на рент и там уже покупать. А, замуровали ироды. Понимаешь, сначала можем купить много хороших вещей, но за этих двоих... Да поставь ты... Да я пытался ставить. Ты меня замуровал, злодей. Телевизоры. В общем, всякую херню, которая нам нафиг не нужна. Выбирай планету. Какой мы там, Марч, либо Ассюранс, например. Говорят, он типа единичка, маленький, и предметов как на Марче, но ульев нет. Это единственное его слабое место. Ну, как бы есть, но их мало. Денис, давай. Так, что ты говоришь? На Ассюранс. Ассюранс? Да, либо Марч. Догон. Да, А то говорят, что на Марче мы летаем везде скучно, потому что мы все время в одно и то же место ходим. А мы сейчас пойдем в одно и то же место на Ассюранс. Так, кто закупился? Ты закупился? Я. Телевизор, унитазы. Да не будем мы этого покупать. Успокойся, мы купим... Сергей хочет телевизор, унитаз и душевую? Хорошо, купим. Наоборот. О. Где я? Куда мне идти? А я пойду. А я пойду куда-нибудь. Куда-нибудь, да я пойду. А тут, как обычно, все замуровано. А как туда пройти? Куда? Туда. Куда это куда? Туда. К главному входу. А, ну вот он. Ну все, пока, беги, вали, вали отсюда. А, это вот... Нет, почему я-то? Почему меня-то? Ну за что меня? Я-то заслужил чем это? Сколько раз их учить улей добывать? Не надо им давать. Они там отвлекают, а другой берет. В итоге кто-то умирает. Жесть. О, а Сергей-то прошел тут как мастер. Это пчелы-убийцы, которые убили меня. Да, Сергей, это пчелы-убийцы, которые... Так, ну... Денис хотя бы забрался вещей. Пчелы, злые пчелы. Женя где-то... Очень злые пчелы, откуда они здесь? Вон. Безумно. Хороший вопрос. Я внутрь. Женя такая, хороший вопрос, как будто она ни при чем. Да это как краба, и второй раз сейчас будет. Черт, темнота. О, у Сергея уже ключ. Ладно, я пойду прямо. Не, ну в комнату Брекина тоже стоит заходить. Просто на всякий случай, вдруг там в уголку что-нибудь ныкается. Но тут ничего нет. Так. Мы полностью заблудились на этой планете, потому что мы настолько привыкли к Марчу. Ну, хочу сказать, Андрюхе, спасибо. Мантикойлы меня испугали прям. Андрюха, спасибо тебе. Если бы не ты, я бы, наверное, тоже коньки отбросил. Mm-hmm. Попробую, может, найти твое тело сейчас. Только вещи оставлю. Видимо, он мое тело увидел. Ну, я говорю это, если ты меня слышишь. Если нет, то... Ну, ладно. Мое тело искать не обязательно. Это деньги, которых у нас нет. Лучше бы ты лут добывал. Бросьте меня. Оставьте меня здесь. Так, ребята... Прыгать никто не хочет. Справедливо. Вы посмотрите на игру этих профессионалов. Холодные, беспринципные. Туры. Ой! Откуда? Сбоку где-то было. О! О. Бутылки. Да. Там дверь есть. Как? О! Денис-то смог все сделать. Зачем только, не знаю, но... Пчелы уже, наверное, считают мое тело за... Твою улей. Кошку. А где улей-то, который они добывали? Блин, там вот D5, надо бы эту дверь открыть, иначе они не смогут. О, Денис знает, что делать. Открывай, открывай. Просто D5. Они пошли и ушли. О, он открыл. Они поймут? Походу нет, они не поняли. Слишком... О, или поняли. Нет, они... Спусти. Блин, тут так замечательно поставили штуку, что теперь даже не видно, кто там может войти в эту вещь. Ладно.
Как тут? О, большая комната. Комната лута. Да. Это же вроде комната лута хорошая. Посмотрим, есть? Да, какой-то лут там есть. А? Так, за этой дверью там что-то есть, точно. Лут там был. Даже два лута. О. Заперто. Ну там заперто. Жаль, я второй ключ там был. Да, я помню. Блин. Мое тело отвлечет кого угодно. Им бы теперь выйти отсюда. Придется возвращаться. Ага. Да они уже выглядят так, что заряжены. Кого-то можно отправить на сдачу металлолома. Так, слева, помнится, турель была. О! Турельку выключу. Денис. Денис их оберегает. Его. О, спасибо, Сергей. Сергей все делает. Да. Поломалась. Ну, как-то повключалась. Черт, я слышу что-то неприятное. Да ничего неприятного, нормально все. Это просто шумы. Бояться не надо. Идите. Там на улице бабуины. Сергей? Сейчас. О, вижу. Сергей вытягивает. Да. Просто мастер. А вот и вход. Да. Главное, чтобы сзади к ним никто не пристроился. Но на улице бабуины. Ну что? Женя. Ну что, давай так, я пойду туда. Ага. Там есть оттуда, куда мы ходили. Может, умру. А ты неси обратно вещи. Хорошо. А, ты все выкинул, да? У меня ключ только остался. А, понятно. И были бутылки только, да? Да. Больше мы ничего не нашли. Фигово. Да. Понятно. Давай, Сергей, все в твоих руках. Приключения эксклюзивные буквально, поскольку они никогда не участвуют. Оп-оп, так. Место прыга вдоль левой стеночки. А, Юпи, да не парься ты на Юпи. Просто не показывай ему предметы сквозь серверную. Или сквозь серверную не надо, надо подниматься наверх. Нет. Здесь вы просто, видимо, не ходили. Сергей, вы здесь не ходили. Сюда даже, наверное, и не надо суваться. Через комнату лута. Поверх на лестнице. Там была запертая дверь. Вот эта, да? Или был... Ага. Немножко уже подзабыл. Так тут все кто угодно подзабыл. Надо в той стороне, в стороне лута. Ага, вот там прям. И черный выход. Черный ход. Но, блин, две банки пива. Какая из них? Если он скинет их, запрыгнет на вот эту трубу, спрыгнет. Неудачно. Тут очень легко соскользнуть. Ну, вот он и соскользнул. Как там, Денис? О, Женю сейчас съедает. О, черт! Женя. Я не знаю, как с этим справляться. Надо просто, когда слышишь вот это урчание, пытаться куда-то идти.
Он там очень медленно. Я побежала, но у меня выносливости уже не было. Ну, значит, видишь, ты выносливость. Экономить выносливость в таких случаях. Знаешь, как меня убили? Да я еще и забыла. Меня убили твои пчелы. Вы хотя бы, ну, вы там ули как бы травили, хватали, вы донесли. Я его. Ой, вообще не трогал. Уже слютый просто. Женя не дошла, ее через ел. Андрея пчелы убили, которых ты тогда приманил. А, это Сергей приманил? Видишь, кто это вообще? Вот все, Женя, с тебя обвинения снимаются. Ой, жесть. Я чудом что? Выжил, потому что они отвлеклись на Андрюху. Да, у нее были все вещи, но ее съел червь. Ну как, было весело? Да. Сергей, зачем ты пчел применил? Я уже Женю начал обвинять, что из-за нее упомянул. Я не призывал. Короче, бежит Серега с пчелами. Я с пчелами убежал. Они отвлеклись на меня, я по кораблю, вокруг терминала от пчел. А, я не мог вокруг терминала. Ну, короче, они сюда прилетели, я выбежал наружу. А, наружу ты, и я такой, беги, беги. Давайте куда-то на другую планету, ребят. Нормально, по-моему, было весело. Нам просто не повезло. Жестко не повезло. Пчёла, расположение вещей. Нам только на Вов ест. А что тебя убило? Меня? Ничего. Нет. Женя убила червя. Меня червь убил. Я бегаю от пчел. Тут еще и этот начинает урчать. Женя, я надо так говорить, не трогай меня, земляная черепаха, и червяк не будет тебя убивать. Все то, будет что, хорошо. Что, что тебя щили? Сергей, как герой, да. Там просто прошел через все приключение. Кстати, когда вы там ходили, у вас был тупик за запертой дверью. Денис пытался ее открыть, но не успел. Там были вещи. Так. Я поздно сориентировался. Давайте на 2 часа идем. Ну ладно. Левел С. Тут уже все плохо, понимаете? Уже плохо. Левел какой? С. Обычно B плюс какой-нибудь, а тут уже все плохо. Так, кто хочет со мной вниз пойти? Пошли. Мы на главный. Да. Удачи вам. И нам. И нам. Да, спасибо. Денис, нам удачи. А что, у меня лопата есть? Офигеть. Офигеть, откуда ты ее вытащил, я не знаю. О, знак, держи. Да, да и возьму. Вдвоем будем, если что, драться. О, смотри, склад. Сейчас мы его обнесем. Давай табуретки. А, это лампа. Лампа? Не трогай ты лампу пока. Помнишь, забыл, что если ее вынуть, то как бы все пойдет не очень хорошо. Ты дорогу запоминаешь? Пока да. Тайп-движок. Но очень мерзкий прыжок. Дурацкий этот самый, да. Очень мерзкий прыжок. Я могу попробовать, но как ты понимаешь? Да, я попробую. Одноразово? Я бросил эту... Я вижу. Я пока... Обратно. Погоди, да, я вот хотя бы посмотрю, что тут есть. Ну, посмотри. Тут есть ключ. Есть какие-то коридоры. Тут ничего нет. Хорошо. О, открылся этот самый. Вентиляция. Так, спокойно, я еще жив. Это хорошо. Видал, как молодец. Я под вывертом прыгнул. Красава. Так, а где выход? Вдоль левой стенки, да? Мы пошли. Выход налево. Ну, типа сюда. Да. Наверх и еще налево. Угу. Я просто хочу выложить. А вот там дальше не помню. Наверх, что ли? Вот там. Вот он. Ты-то зачем вышел? Страшно было, вот и вы. Ага. Справедливо. Давай теперь проверим другие стороны этого главного помещения. Например, не направо, как, а налево. Так, тут еще более страшно. Я без знака иду, потому что знак это деньги. Так, тупик. Тупик это хорошо. Серверная. Идем в серверную. В прошлый раз ты в серверной что-то оставил. В серверный тупик.
Я оставил там отчаяние, которое мы только что подобрали. Да. Так, что у нас здесь? Блин, какие-то куда, сюда, сюда. Сюда хожу, сюда не хожу. О, колокольчик. Это хорошо. Колокольчик. Правда, он тяжелая собака. Динь-динь-дон. Ну да, 24 килограмма. Неожиданно. Неожиданно. Так, надо прямо идти. Или нет? Нет. Конечно. Ты меня поправляй. Мой геолокационные навыки. Так, через серию мы же пришли сюда. Да, о, ключ. На? Ключик? Так, тут тупик. Да. А куда ты пошел? Пошли. А, вышел. Ты здесь? Не-не-не, я думал через серверную пойти, а ты? Не-не-не, в серверную мы пришли, посмотрели и ушли. А, вот все, вот так вот поправили. Серверный тупик был. А. Вот, отсюда мы пришли. Отсюда мы пришли. Бросим здесь колокольчик. О, о, бачок. Как тебе вариант, я возьму это все и пойду относить? О, я слышу. Давай. Сергея, что ли? Серега, Женя. Да, о, мы... ключик, да. Между прочим, еще тут. Нужен вам ключик? Вот. О, ключик нужен, да, 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 да. Где? У меня есть ключ. Надо попробовать. А? Опа, еще. 56, 53. А. 77 килограмм понесли. Буду приносить пользу обществу. Да, три предмета. Два часа. Желание оборачиваться сильнее меня. Вы должны меня простить. Эта игра развивает параноидальные настроения. И думается, что сзади тебя что-то есть. Что-то живое. Что-то, что хочет уничтожить тебя, вырвать твой хребет, повесить его на стенку и любоваться по вечерам. Разве это не чудесно? Где ульи? Вот шип я вижу, а вот ульи. Ну, конечно, в этой территории, наверное, прикольно бегать от гиганта. Или нет? Потому что тут такая холмистая, можно в ямку нам скрыться. Оп. И он тебя не увидит. Но сколько я возвращался? Два часа я возвращался, по-моему. Так. Они в большой комнате. И там сопля, видимо, висит. И кто-то бегает. Так. В любом случае, движок, наверное, надо бы забрать оттуда. А может быть, еще заодно проверить, как у них... Вдруг они на главном входе что-то оставили. Я прям чувствую, там что-то лежит. Что-то вкусное. Что-то похожее на какую-нибудь чашку, либо колбу. Это колба. Как у вас жизнь тут? Нормально? Тут наверняка никто туда не прыгал. Ладно, я буду компанейским человеком. Как там у вас? Нормально все? Вы выбираетесь? Надеюсь, они выбираются. Сейчас 6 часов. Начинается веселье. Так, это что за звуки? Не говорите, что я, несмотря на то, что занимался всякой принеси-подай, приобрел паранойю. Так, кто может обретать на вот этой местности? Очень похоже, что на этой местности обретают всякие гиганты.
Ну, хотя довольно приятный лес. Считай, что только грибов не хватает. О, он вынул эту колбу. То есть он уже на выходе. Но на главном проходе. Ага, вот и гигант. Цепочки тоже помогают. Да я выключу свет. Сергей тащит. Женя, Денис, все. Все. Все как надо. Ага, Сергей, аккуратнее, где-то гигант. Он идет к тебе, запрыгивай быстрее, Сергей, или под корабль. Сергей, бросай, бросай вещи. Отпусти его, отпусти его. А-а-а. Эта штука сейчас еще вещи начнет воровать. Хавай ее. Хавай ее. Я не понял. Где ты? Она хочет вещи взять? Не трогай на ее вещи. Их Сергей принес. А ну брось. Сергей добыл. Это Сергей добыл. Ребята, запрыгивайте, только аккуратнее. Он с другой стороны. Не иди, вот можете пока без страха запрыгивать. Он пока отдаляется. Подождите. Мне нужно. Подождите. Стой, 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 стой. Уходи, уходи, уходи. Я выключил свет, чтобы не привлекать внимание гиганта. Слева лестница, и там Сергей вещь потерял. Ну, точнее, его ели, он что-то... Вообще, почему все молчат? Боимся. На цыпочках... Заходи скорее. Погоди, погоди. Заходи, заходи. Да нормально. Сиди, все, сиди. Да нормально. А, это ты, Андрюх? Это я. Он нас не видит. Серега проголосовал, походу. Давай. Там вещи какие-то. Ладно, взлетаем. Возможно... Не-не, давай, 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 давай. Андрюха. Я не просто не вижу ее. Вот она слева от тебя, слева от тебя. Слева от тебя, да, вот. Вот. Она ты прямо на ней. Стены. Тут она может быть в камне, я не чувствую. Ладно, вали тогда. Женя, ты-то куда вышла? Зайди еще с этим, с фонариком. Все, уходим. Улетаем. Ну я хотя бы пиво, которое он успел бросить. Он его хавали, но он успел его бросить. Сергей, герой. О, и фласка, которую я приносил. Почему-то я ее с собой таскал. Не знаю. А, блин, я на главном входе колбу выкидывал. Это как раз я ее принес, не переживай. А. Я за команду. Молодец. В смысле, я самый ленивый. Мне не повезло. Сергей, бывает. Ты по красоте сделал, даже успел вещи кинуть. Я потерял, я одну вещь успел кинуть. Фонарик я потерял и еще что-то там было. Ну вот и пиво я успел подобрать, а вот... Ну что, на матч? А в остальных местах все плохо? Ну, либо экспериментейшн, либо марч. А остальные либо туман, либо затоплено. Ну тогда давай марч все-таки, марч. Я хочу на марче кое-что испробовать. То есть экстремальный прыжок. Полетим, и я спрыгну. Возможно, я убьюсь. Так что давайте, дергайте. Я напрягаю, знаете, так, прибежал нормально, возвращаешься обратно, а там все пару раз. Звоните, пришел закрывать, которая... Удачи нам, я на задний проход иду. Давайте. Так, это наш... Давай. А я выжил. А я выжил. Ну, хазарт левел Б, никакой там С, там, Б с плюсом, С с плюсом. Все как надо. То есть прыжок-то, оказывается, сработал. Он как бы кривенько сработал, потому что я не очень идеально его исполнил. Но было интересно. О, фласк. Андрей. Сергей, где-то рядом тут фласк я подобрал. Это ты, Сергей? Я сейчас вижу.
Тут у меня заперто. Тут у меня длинные коридоры. А, Сергей, это ты отсюда вышел? Я... Через туман, да, нашел, прошел? Да, 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 подожди, все, нашел. Красавчик. О, тут большая комната. Я у выхода, у заднего выхода я флягу оставил. Чтоб ты знал, если я помру. Вот ты отсюда пришел. В ту сторону пойдешь, там пойдешь, мой выход увидишь. Пойдем вместе. Я по туману просто ходил, я ни черта не видел. Я мог бы здесь упасть, если бы не проходил. Понимаю тебя. Так, тут опять туман. Больше тумана. Наверное, лучше туман, чем какие-то проблемы, так что нормально. О, дудка. Эй, я думал подудеть. Вот поэтому я тебе и не дал. Сергей, ты знаешь меня. Локт. У меня там запертая дверь была. Сергей. У меня ключ. Он в ту сторону дверь. У тебя есть какие-то предметы? Я мог бы их отнести. У меня уже две штуки есть. Иди пока по этой лестнице. А я пойду. Ох. Профессионалы. Так, где он? А, он самый крайний левый. Тут озеро. Тут наши холмы. Так, где ульи? Где, спрашивается, ульи? Так. Надо, чтобы хоть кто-то добежал и все сдал. Так, уже хорошо. О, у них там все красиво. И один. Открою им, не знаю зачем. Но, наверное, это им поможет. Или нет. Ну, Сергей там по минам ходит, ладно. Пожалуй, надо идти к Сергею. Ну, либо свою колбу отнести. Ну, свою колбу я успею отнести когда-нибудь потом. Знаменитые последние слова. Как я заблудился-то уже, чуть не нырнул в это озеро. Надо менять точку ориентирования. Сергей? Ага, я иду куда-то в твою сторону. Ага. У меня только ключ. А у меня ничего. А. Болтик. Да, болтик. Уже неплохо. Колба все еще где-то там располагается. Правда, я... О, фласк. Будем выдергивать или нет? Давай выдергнем, и если ты выход знаешь, да? Да, я, в принципе, назад пойдем и, наверное, возьму. Хорошо, веди меня. Вдоль правой стеночки. А сейчас ты дальше... Сейчас там пойдет. Сейчас тут из-за этой штуки начнется плодиться монстр, понимаешь? Я понимаю. Куда ты дальше? Так направо. Вдоль... Сергей, сюда. Вдоль правой стенки. Вот тот. А вот и большая комната. А вот и слизь. Я сказал. Ага. Я пойду через свой выход, потому что там у меня этот фляга. Давай. Кстати, у тебя, если есть ключи, где-то, по-моему, на втором этаже была дверь запертая. Можешь там поизучать пока. Болт отдай мне, да. Удачи.
Так, о, ребята, ребята принесли зеркальце, там двигатель. 4 примет по 50-ке. На что жаловаться-то? Надо не жаловаться, надо радоваться. Не надо печалиться, надо радоваться. 88 килограмм. А, тащу. Затаскиваю. Я раз принес 3 предмета от Сергея. 2 принес 4 предмета. Мы норму выполнили. А вы? Кто на кораблике живет? Никого? Видимо, было много оставлено на выходы, и они пошли сдавать. Есть кто-нибудь тут? Или собаки тут уже? Что мы можем узнать? Сергей где-то возвращается. Женя где-то возвращается. Дениса там собаки какие-то гоняют. Андрюх. Да. Там, где твой вход, если немножко дальше пройти, есть улей. Я тоже так мало. Ах ты тварь, она меня кусает, народ. Да-да-да, пошла прочь, пошла прочь. А! Пошла прочь, пошла прочь. О, их просто две, давай, гони, гони, запрыгивай. Пошла прочь, пошла прочь. Отдай, отдай, это моя добыча. Нет. Пошла, она в крови, она хочет крови. Слышишь, Андрюх? Что? Там, где ты, твой вход, если пройти немножко дальше, там есть улей. А, ну я понял твою мысль. Ты видишь, какие тут агрессивные? Ну давай я попробую сбегать. Они пытаются украсть, а ну-ка отдали. Отдайте вещи, пошли прочь. Есть фонарик, посветить им в лицо? Женя, так. Есть фонарик? А ну, пошли прочь. Ох, а ты откуда прибежал? Это чье тело? Ну а ты как думаешь, кто? Ладно, я пошел за ульем, ну вот тут они не хотят отпускать. А ее убить можно вообще? Лопата у нас есть какая-нибудь? Знак. Ну-ка. На! А! А тебя-то кто убил? Да они и убили. А, все, Женя капец. Как ты меня увидел? Женя обречена. Что это такое? Бросай вещи. Ну, Сергей, смотри, смог бутылки принести. Воу-воу-воу, ты смотри, как убежал. Она прям... О, а, нет, он 3 секунды, если потеряет, то он как бы... Нет, беги. Беги, закручивай. Да уйди от меня, слышишь? Как она это делает? Под ногами идет, и он не убивает. Что происходит? Черт. Давай, Женя, забегай в дверь, он не может тебя схватить. Она просто карлица. Так, Сергей, все в руках Сергея, вот с ним мы не попадем. Блин, они просто... А че ты вылез-то, что они тебя заклевали? Я пытался забрать пиво, которое ты тащил. Они над ним сидели, как птицы. Так, как там у Жени? У Жени тьма какая-то. Что случилось? Женя? Не знаю. Может, она вылетела, я не знаю. Что происходит? Я ее не вижу. Он глазастый. У меня просто изображение Жени не показывает ничего. О, нет. Подними камеру. О, точно. Нифига себе. И он такой идет. Он гонит, он прям. Да, но таких не берут в космонавты. Блин, и как она будет забираться? Неважно, ее сейчас... Приподнялась. Зря она на этот камушек встала. Сергей так и смотрит. Камушек смерти просто. Да блин, я почти донесла. Нет, ты молодец, ты вообще шикарно молодец. Непонятно, как у тебя не схватил, но... Ну, пускай. Прошу прочь. У Сереги там кто-то говорит, он... Да, думаю, смотри, у него сколько всяких там жизней. Там уже третья, да, по-моему, с... пошли тусоваться друг с другом. Может быть, собака начнет хавать. Блин. А как ты умер, Денис? Да меня эти заклевали. У меня жизни не было из-за того, что меня червь... А, это саранча? Да. Вы там... У меня на голову червь свалился. Женя его сбивал, и у меня жизни не осталось.
Ну, смотрите, 649. Неплохо. Ну, да, если бы донесла движок и ящик, было бы вообще. Так я там... Если бы ящик еще схватили, то... А я, получается, иду с движком, ну, решила таскать по очереди ящик, движок, и тут гигант становится прям с той стороны, по которой... Женя, научи убегать от гиганта так, как ты это делала. Потому это что... было просто шикарно. Я не понимаю, как это делать, научи меня. Научи меня. Да, я сама не понимаю, как так вышло, но... Я думаю, она просто поначалу гигант не отвернулся, она уже... Как-то она, может быть, была не в зоне его рук, не знаю, спускалась вниз, и он не мог его схватить нормально. Подбирать вещи, ну, да, я не стал, потому что я бы умер. Да, Сергей, ты все правильно сделал. Когда ты остаешься один, то только надо спасаться. Да, один выход. Ну что, вы хотели сдавать все? Сдаем все. Акция, сдаем все. Да. Ох, моя жаба шумит, понимаете? Жаба шумит. Не только да твоя. Да там жабы нашумели и так. Да, кстати, они реально похожи на жаб. Бабуины, птицы. А у нас было две лампы? Было, почему нет? Или мы одновременно с тобой одну взяли? Кстати, не, у нас было две разные лампы. Комната Бракина. Че комната Бракина? Помню, он мне сказал, что мол, иди там дверь вверху, я пошел в те двери, там комната по трубу с... Все. Отходите. О-о-о. Отходите, Сергей. Денис. Денис, Сергей, кто-нибудь, все отходите. Понимаешь, я беспокоюсь за Сергея, за Дениса я не беспокоюсь, он выживет. Спасибо, все с тобой, Андрей. Да, я сказал, отдаем все. Да. Ну, может, кроме ключей. Да. Давай, финальный дзынь-дзынь. Все сдали? Да. Денис, посмотри, как там скидочки закупаться. Ага. Уже 620. Это ну еще... что, полетим на Титан, полетим на Рен в следующий раз. На. На Рен давайте, я не хочу Титан. О, неплохо, неплохо, народ, закупаемся. Закупаемся, давай. О, денег-то. Тысяча. Телепорты оба. Не забудь. Телепорт. Нет, Сергей, настолько у нас денег не хватит, понимаешь? Не хватит настолько. Жиды. Зато хотя бы следующая серия уже будет... Пойдем собирать. Нужно как минимум двое. Я пришел. Это что за ловушка? Закроем ее. Вы опасны. Вот уже кто-то провалился. Кто? О, рация. Надо же, воки-токи. А то я там когда-то оставался на сцене. Я такой думаю, а зачем я останусь? Там ничего нету, чтобы я мог отключать. Все. Так. Фонарик и рацию я подобрал. Я по два того, по два того. Давайте сюда вот. Фонарик, рации. Рации на стол. Вон, три рации, четыре рации. Да скидки были. А, так я понимаю, все правильно. Сколько осталось денег? 1064. О, нормально. У нас две лопаты. Две лопаты. Две лопаты? Да, две лопаты, куча фонариков. Можем телепорт купить. А где Сергей? А вот, господи, Сергей, ты как за костюм стоит, как вот... Можем телепорт купить. Купи телепорт. Купайте оба. Только один пока. Второй купим со второй зарплаты. А, нам же еще чаевые должны выдать, да? Да, $2, например. Ну, хотя бы два. Да, нам на рент хватит. Ну что, запускаем кораблик, смотрим квоту и заканчиваем эту серию. Да, да. Все верно. Я не знаю, что ты делаешь. Я этого не одобряю. Ты что, женщина Халк, я не понимаю. И даже у нее это не получилось. В оранжевом костюме? В зеленом. Почему? Я в оранжевом. Ну, ты такая женщина, такой Халк. 185 баксов нам... Квота 276. Отвесили. Вы видели, там обычно 230, а тут 276. Да. На, подавитесь. Делайте. Ну что, дорогие зрители, надеюсь, вам все понравилось.
Ставьте лайки. Ставьте лайки. Да, передавайте Сергею привет. Если Сергею привет. Да, и найдете хороший тайм-код, то пишите его в комментариях. Не только у меня, у Дениса, у Жени. И передавайте Сергею привет. Да, вот ему. И всем спасибо, всем пока. Всем пока. Спасибо, до новых встреч.